Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее стихотворение называется «Грёзы». Случилось все в жизни не так, как думалось в 16 лет. Хотел я по миру летать и думал, границ в мире нет. Безоблачны были мечты, невидимым был их предел. Но я не достиг высоты, которой достичь я хотел. Остался вновь я в дураках. А думал я выиграть бой. Увы, не дано победить в сражении с коварной судьбой. Спасибо.